Я всех приветствую на своем канале, с вами Братья Смурфы. Сегодня, ребята, я вам покажу новую машину Паши Пелла, которая будет в 22-й части. Покажу вам фотки, покажу вам доказательства. А точнее, ребята, я вам расскажу о этой машине и сделаю свои догадки и выводы, и приведу этому доказательства. Усаживаемся поудобнее, а мы начинаем. Погнали, ребята. Ребята, перед тем, как я начну рассказывать вам о новой машине на канале Паши Пелл, хотел бы попросить вас обратить внимание на одну очень важную деталь. Когда Паша и Женя вели диалог между друг другом в Патриоте, перед фурой около базы заехала красная машина. Давайте напишем в комментариях, что это за машина. Также я хотел бы вас попросить набрать как можно больше количества лайков, а конкретно эта сумма — это 1000 лайков. И я выпущу еще одну эксклюзивную информацию по новой 22-й части. Сейчас эта информация звучит так. Новой машиной Паши Пелла является не BMW, не Mercedes, не какая-нибудь Toyota и не Lexus. Ребята, эта машина очень проста. Она была у Виталика, и она была, ребята, недавно у меня в видео, 2 дня назад. А точнее, сейчас вы увидите скрин на своих экранах и сами угадаете, какая это машина в комментариях. Я не буду говорить, вы сами угадаете. Хорошо? Давайте приступим и смотрим сейчас, ребята, этот самый кадр. Начинаем. Под музычку. Ну а на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите как можно большее количество комментариев, если вы хотите, чтобы поскорее вышло у меня новое видео и новое видео у Паши. Все, на этом все. До скорых встреч и всем пока-пока. Бум.